Привет, привет! Привет, привет! Вы находитесь на канале Лиска Киска. Да. А сейчас мы с Алисой будем играть в игру. Да. У нас есть вот такой красненький паровозик. Дай поближе его покажу. Ой. Вот красненький паровозик. Он магнитиками соединяется. Он будет ездить по дороге, по рельсам. Вот так. Ты не той стороной. И открывать яички из шарикового пластилина. А в яичках лежат сюрпризики. Будем открывать и вам показывать. Поехал паровозик к Алисе. Кто будет управлять паровозиком, доча, покажи. Скай. Скай? Ага. Давай я покажу. Такая Лиза собачка Скай красивая, маленькая. Она будет паровозиком управлять и открывать яички. Гав-гав, привет, привет. Оп. В какую сторону поедет паровозик сначала? Бери паровозик. Ту сторону. Садись, Скай. Она будет управлять. Вот там. И киска, ай, собачка у тебя там еще. Давай собачку покажу. Ай. И вот такая беленькая, красивенькая собачонка. Поезд туда едет. Собачку на тоже сади. К какому яичку первому будет подъезжать? Он уже к желтому приезжает. А, к желтому подъехал паровозик. Значит, открываем желтое яичко. А там гонщик встречает. А там еще одна собачка, гонщик из щенячьего патруля. Вот, какой хорошенький. Что там в яичке? Показывай. Давай маме. О, фейка красивая. Вот феечка. Сейчас я соберу. Подставочка. Крылышки. И лепесточки к подставочке, чтобы красивее было стояло. Фея, красиво. Сейчас соберем. Вот такую красивую феечку мы достали из первого яичка. Как ее дочь зовут? Алиева. Иридесса. Иридесса. Сложное имя. Еще выговорить надо. Иридесса. Иридесса. Правильно, вот такая красивенькая, желтеньком платьице. Вот, и у тебя все там будут сидеть на паровозике с крылышками. Ножку так подняла. Красивая фея Иридесса. Следующий, кто у нас, какое яичко? Подъезжайте. Ой. Поставим ее сюда, феечку. О. Какое это яичко цветом? Сейчас я его сюда. Оранжевым. Оранжевым. И какая там феечка? Такая оранжевенькая феечка. Вот подставка. Коричневых штанишек. Вот ее подставка. Подставочка. Сама феечка. Лепесточки косичка для подставочки. Ее. А, еще косичечка. Еще. Вот косичка ее. Крылышки. И еще два лепесточка. Будем собирать. Во втором яичке нам попалась вот такая феечка. Достали мы из второго яичка. В оранжевом платьице, в штанишках коричневых. Крылышки, косичка у ней длинная. Да. Как зовут феечку? Фауна. Фауна, молодец, Лиска. Красивенькая тоже. А может там еще что-то есть? Еще, наверное, нету. Там же фейка одна была. Паровозик дальше поедет? Чух-чух. Давай. К розовому подъезжайте. Ой. Яичко. Почему-то она не хочет стоять. Куда-то. Ой.
такой прикольный пластилин. Шариковые шарики. Можно что-нибудь слепить из него. Он розовый. Фигурки разные. Он розовый уехал. К розовому. Открывайте розовое яичко. И желтики тоже красивые. Голубая. Голубая фейка. Ой, упала она. Упала? Сейчас поставим. Крылышки, лепесточки. И вторая уже упала. А у нас нога. Не, она нога вторая вон у нее поднятая. Вот сзади. Вот она, видишь? Сзади. Торчит. Вот она, вторая ножка. Подставочка. И подставочка. Шарик томатин. Смотри. Смотри, какую я птичку сделала. Ого, Лиска, ты тоже придумала птичку. А у тебя крылья? А, вот это крылья. Полетела птичка на индюка, чем-то похоже. Из третьего мы яичка достали вот такую феечку. Синенькую. С синими волосами, голубенькое платьице. Как ее зовут? Серебрянка. Серебрянка зовут эту феечку, правильно. Красивенькая, с крылышками. Колосик уже уехал, а лазерку. А что там желтое стоит рядом с лазером? А это, который мы уже открывали яички. Феечку третью поставим сюда. О, он зеленому похож. К зеленому подъезжает паровозик. Открывай. Сейчас поставлю Скай будет феечку. Открывать. Скай будет открывать. Хорошо, Скай будет. Дзил-дзил. Динь-динь. В следующем яичке нам попалось. Зеленая как. А что ты не хочешь стоять? Это зеленая. Ну, что-то падает и падает. Феечка. Серебрянка. Вот. О, поставили. Я уже знаю, как ее зовут. Динь-динь. Да, Динь-динь ее зовут. Лепесточки к подставочке. Подставочка желтенькая. Крылышки. Смотрите, какая. И сама Динь-динь. Вот такая. Из четвертого яичка мы достали Динь-динь. В зеленом платьишке. Желтенькие волосы, смотрите, крылышки. Смотрите, как Скай умеет. Смотрите, как Скай умеет. Красота. Смотрите, как Скай умеет. Что там она делает? Вот так вот. А. Ничего себе, как она у тебя умеет. Фейка, динь-динь. Гар-гар-гар-гар. Дальше едет у нас паровозик. Да. Поставим фейку сюда. Так, ты будешь стоять? Будет стоять. Как-нибудь вот так вот, может, чтобы виднее было. Вот. Дальше поехал паровозик. Подъехал к розовому яичку. Открываем опять розовое. Мое. Дай мне. Зелененько уберем. Открытое. Красивый пластилин, яркий. Оранжевая. Оранжевая? Не, какая же она оранжевая, красненькая. Смотри. Это же красненький, вот оранжевый, смотри. Вот эта фейка фауна в оранжевом. О. А вот эти розовые? Да, эти розовые. Лепесточки. Подставочки розовенькие. Фейка в красненьком платьишке. Подставочка розовенькая. Мама, себе, пожалуйста, мосика. С пятого яичка мы достали вот такую феечку. Как ее зовут, доча? Розетта. Розетта! Да, Розетта. В красненьком красивом платьишке. Коричневые волосики, крылышки красивенькие. Ножку так подняла. Скай упала. Бойк. К
Красивое платье. Мама, смотри, Скай упала. Ой. Скай упала у тебя? Ага. В красненьких еще туфельках. Дальше паровозик едет? Да. Так, ставим. Что-то падает Розетта наша. Розетта, не падай. Как же ее поставить, чтобы она не падала? Так. Скай, я крышу залезла. И не может спуститься. Паровозик едет дальше. Чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. Подъезжает к фиолетовому яичку. Бери, доча, фиолетовое и открывай. А у тебя есть, что говорит, что фиолетовая? Фиолетовая? Ой, куда они в катках? В фиолетовом костюме. Фиолетовые лепесточки. Подставочка и крылышки еще должны быть. Я уже достала крылышки. Крылышки. Подставка. И подставочка. В шестом яичке нам попалась вот такая феечка. Как ее зовут? Видия. Да. Фиолетовый костюмчик. А там еще что-то есть. Черные волосики, хвост такой есть. Шикарный у нее. Там еще что-то есть. Доставай. Красивая фея тоже. Все красивые. У нее даже, по-моему, смотрите, туфельки фиолетовые. Да. Скай свою достала. Скай же тогда успела спрятаться. И туфельки у нее фиолетовые. Красивенькая феечка. Мама, дай мне вот это розовое. Поставим рядышком с другими фейками. Поехал паровозик дальше. Да. Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. И осталось последнее. Синенькое яичко. Ой. Фейка опять шлепнулась. Голубенькая. Опять. Сейчас поднимем. Подставочка голубенькая. Ёлка. Давай дальше. Доставай. О. Лепесточки голубенькие. Это снежная фейка. Ой. Из снежного леса. Ножки еще у нее. Из седьмого яичка мы достали вот такую красивенькую фею. Как ее зовут, доча? Незабудка. Незабудка. Фея Незабудка в голубеньком костюмчике, штанишки синенькие, сандалики или туфельки голубенькие, крылышки такие красивенькие и волосики беленькие. Незабудка. Съедет. А давай, что мы сделаем сейчас? Из пластилина шарикова сделаем для фей цветочек красивый. И они там будут сидеть на цветочке. Давай. Вот такую мы коллекцию фей собрали из мультика «Фея». Да. В красненьком платьице Розетта. В зелененьком. Как зовут? Дил-Дил. Дил-Дил. Правильно. Дальше в желтеньком. Кто у нас? Вот это. Иридесса. Да. Сложное имя. В голубеньком. Незабудка. Вот голубенькая. Вот голубенькая. А это синенькая. Да. Незабудка в голубеньком. А розовым я хочу вот это, чтобы было. Дил-дил. Ты хочешь день-день в розовом? Угу. В оранжевом. Фауна. Да, вот это. Синим или голубым тоже. Они получаются вдвоем голубым. В голубом платье. Но это и поярче платьюшко.
Это нежно-голубой такой цвет. У незабудки. А у серебрянки поярче платьишко голубое. И фиолетовое. И туфельки голубые. И туфельки голубые, правильно. И фиолетовая у нас фейка Видия. Да. Красивые феечки. Какая у нас будет серединка у цветочка? Покажи цвет. Цветочка. Угу. Цветочек же сейчас будем для феи делать. Желтый. Давай, маме. Берем серединку цветочка. Дальше первый лепесточек. Каким цветом будет? Сделаем серединочку. Такую кругленькую. Розовенький первый лепесточек. Берем розовенький. И делаем как лепесточек. Сейчас чуть-чуть еще приведем, чтобы дырочек поменьше было. Первый лепесточек у нас готов. Ой. И прикрепляем к серединке. Дальше зелененький лепесточек делаем. Феи уже ждут. Феи уже хотят на цветочек? Угу. Да. Посадим их потом на цветочек. Ну да. Еще один. Я буду садить Дил-Дил. Ты будешь Дил-Дил. Ну ты можешь, кстати, уже доставать ее с подставочки. Снимай. И сади ее на лепесточки. А вот здесь чего-то. Она на розовом будет? Угу. Вот, стоит. Поставила Лиса первую фею. Вот один глазик. Дай маме оранжевый пластилинчик. Второй глазик. Вот он. Опа, улыбается. Теперь у нас цветочек с личиком. О. О, вот. Она будет кушать зелен. Вот такой красивенький, с фейками цветочек у нас получился с Алисой. А я вот так делаю. Разноцветные лепесточки. Алиса дорогу украшает железно. Тоже лепесточками. Оп. Вот это. Показали мы нашу коллекцию феек с мультика «Фея». Да. Тебе нравится дача нашей фейки? Да. Надеюсь, вам видео понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока. Пока-пока. Пока-пока.